концепции строения и развития города Орска, обеспечения безопасности и благоприятной среды для жизни населения обозначена в числе приоритетных задач. Поэтому под постоянным контролем администрации города находится ход выполнения предприятиями города природоохранных мероприятий. Запланированные ими меры направлены на минимизацию отрицательного воздействия на окружающую среду. Всеми предприятиями города в 2012 году на выполнение природоохранных мероприятий направлено 135,5 млн. рублей. За 9 месяцев текущего года почти 67 миллионов рублей. При активном участии администрации районов, городских предприятий, студентов было высажено в 2012 году на территории более 10 тысяч саженцев деревьев и около 600 кустарников. Весной текущего года высажено 5 тысяч саженцев и осенью 4 тысячи саженцев мы высадили. И этой работой мы будем продолжать заниматься дополнительно дальше. Благодарю я всех, кто принимал участие, в том числе и присутствующих многих в этом зале, кто ухаживает сегодня за зелеными насаждениями, понимая, что в нашей степной зоне деревья выживают достаточно сложно, и в этом плане мы должны быть здесь все с вами едины. Мы не властны над природой, водная стихия непредсказуема, и в этом мы еще раз убедились на событиях Дальнего Востока. Благодаря выделению федеральных и областных средств в целях защиты арчан от паводка на строительство второй очереди дамбы направлено более 890 миллионов рублей. Я хочу официально вам заявить о том, что дамба завершена строительством и город полностью защищен от паводка, и наводнение нам теперь не грозит.